Даже если твои подруги ищут тебя в телеграме, а ты убедившись, что дома все спят, уже закроешь за собой и прошепчешь яркими губами: я не хочу домой, там мама, папа, брат. Хочу с тобой, куда глаза глядят, почувствуй мой оторванный от мира взгляд. Пусть от звонков разрывается аппарат. Я не хочу домой, там мама, папа, брат. Хочу с тобой, куда глаза глядят, почувствуй мой оторванный от мира взгляд. Пусть от звонков разрывается аппарат. Она такая в платье, он такой в спорте, но их объятия это не испортит, и наплевать ей, чтоб подруги поняли, раз без него пати. Она не приходит, он такой камень, типа не до подиума, пацаны в ахуе, с кем он там водится, че это за модница. Но в итоге поняли, все его загоны, это далеко не гоним. Это он вечно душа компании, с неуравновешенными типами. Но когда где-то он засыпает, шепчет обветренными губами о том, как не хочет домой. В четыре стены, стены непонимания, а с ней на душе подозрительный, но покой. На том и сошелся с ней этот парень. Тогда, когда она словила дыхание ветра, что нес отчаяние. Тогда, когда он ощутил, что его будни с каждым днем все печальней. Тогда, когда две пары гет оторвались от квеста в реальности комнат, он ей прошептал те слова, что она прошептала, когда убегала из дома. Я не хочу домой, там мама, папа, брат. Я хочу с тобой, куда глаза глядят. Почувствуй мой оторванный от мира взгляд. Я не хочу домой, там мама, папа, брат. Хочу с тобой, куда глаза глядят. Почувствуй мой оторванный от мира взгляд. Разрывается аппарат. Я не хочу домой, там мама, папа, брат. Хочу с тобой, куда глаза глядят. Почувствуй мой оторванный от мира взгляд. Пусть от звонков разрывается аппарат.